Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки фотика билдера. Привет. Все, давай начинать. А первая постройка — это корабль. Большой, красивый. Ну сейчас загрузится. Я немного не понял, ладно. Вот, идем в трюм. Не открывать. Здесь дверь что-то не починим. Вот каюта капитана, это я сделал, беру куклу. Дальше. Ну а, тут. Дальше здесь. Трюм, и вот. Конечно, вот эта вот дверь что-то не открывает, знаю. Колбаску кушать? Ну, я потом, может быть, сидел. Ну, тут можно поспать, покушать, ну и все. А, дальше там... Тут карта, капитан сидит, тут... Да. Ну, паруса вот, красивые. Вот здесь грудь, вертик. Странно да. Немного. Здесь, я не знаю, что анимация, у меня ее нет. Какая анимация? Ну, такая, где он там руки делал, а я забыл. И что, типа руль будет крутить? Да, он так... Не, я не знаю, как это. У меня такого тоже нету. А управление где? Ну, нету, у тебя и здесь просто как волосильба. Ну, поехали. Ну, давай. Тогда стой, воду удали. Ой, нет, стой, не отплывай. Подожди, я упал с корабля. Это мой корабль, этот человек говорит. Пират. Он пират. Это, кстати, мой друг. Так, все. Давай, запускай корабль. Я буду в самом опасном месте. Туда лучше не заходить, идёшь там и... О, дверь сама открывается. Тут дверь от... Ой, где это я? Ты где? Беги оттуда, рассетнись. Нас догонишь на джетпаке с конфеткой. Хорошо? Конфетку съешь и лети к нам. Так, а я пока тут посмотрю. Ну тут дверь сама открывается, это я не видел. Вот. Толкаешь. На шарнире. Да. Везде лампы стоят, командир, капитан корабля. Внизу, мы уже тут посмотрели. Тут паруса очень красивые. Да, я над ними очень сильно замахнулся. А вон там как будто вот эти сзади должны поворачиваться вроде. А, да, сзади должны поворачиваться, но... Только не работает немножко. Всё, ты тут? А им можно как-нибудь управлять? Или он так? Нет. Ну и можно отстреливаться вон. Ой! О, нет! Не, все, я уже не починюсь. Давай ресетиться и пойдем дальше. Ну, он будет очень долго, давай. Путь до конца. Хотя, стой, пусть он этот преодолеет водопад, пока не загружай. Он там очень сильно высокий, он прям взрывает. Ну ладно, давай, загружай дальше. Давай по порядку, катер, но я делал. Нет. Мини? Миниатюрный корабль. Расфиксируй. Сейчас я... Сейчас. Все на корабле. Расфиксируй, да. Ну вот такой корабль или что это? Ну, нет, только тебе. Закрой. Как ты закрыл? Я зачем я его сделал? А как закрывать? А ручку? Нет, вот центр. Ну, вот тут клетка. Туда никто садиться не может только. Вторая комната, вот, вниз. Здесь можно поспать, моторчик стоит. Ну и раковина, типа кран, вода. Не знаю, откуда это в море. Так, дальше. Тут руль из конфет. Ладно. Просто мне было лень. А как это на нем ехать? Там он чуть не настроен. Нет, там W. Нет, там вообще не работает. Надо привязать. Что-то мы не едем. Сейчас пересяду. Расфиксируй полностью прям. Тут кто-то что-то поставил, наверное. Нет, это просто много людей. Не от этого. Чё-то с этим кораблем не так. Это просто... Плюс в том, что либо это... наверное, вроде бы новое обновление, потому что теперь пинг не смешивает. Теперь не выкидываешь объект. Ну, вон ты там стоишь. Ну, катер, получается. А почему он такой высокий? Только я не понял. Я не знаю. Ну, хорошо, идем дальше тогда. Там что-то с кораблем. Так. Что лагает сильно. Давай я тебе покажу. Давай... Я тебе спринтер. Ой, что очень большое. Мне кажется, я его одеть не смогу. Ого, он круглый вообще. А, я квадратный человек, я не смогу его одеть, наверное. А, ты же тоже квадратный. Я не понимаю, как его одевать только. Вот таким сердцем. Тут разные его версии, что ли? Какую, эту? Да. Тортик? Ну, просто, я не знаю, мы не клеим, но... Ой, а что ты... Ты можешь, расфиксируй свои. Стоп, он так будет? Ну, да. Ну, вот, короче, механизмов тут нету, его одеть сложно. Кто это сделал? Но он выглядит очень красиво, но механизмов нету. Стой, переверни-ка его. А чё он такой? Ну, выглядит он красиво, но только одевать его невозможно. Или ты это где-то взял с поэтом? Ладно, загружай следующий тогда. Давай, Нива, но она старая. Ой, а чё она старая? Старая, она
рост. А можешь мне этот мой рост вернуть? У меня есть, нет. Так, ну, может, пошли в другую команду. Нам тут челики решили очень конкретно мешать. Давай, я зашел в рандомную. Давай, заходи. Загружай машинку. Ну, которая с механизмами. А как это устанавливать? Пошли надо нажимать? Так, расфиксируй тогда идею. Сейчас, включу изоляцию. Нам тут мешать собираются просто. А, все, собралось. Ну, я смотрю, как машина собирается. Прозрачность включи теперь. Получается, будут открываться двери, да? Можно открыть? Ну ладно, давай, я жду. 100 тысяч лет спустя. Миллион лет спустя. Короче, у нас одна будет такая работа, потому что одна... Ну давай, хотя бы одну. Сейчас. Все? Теперь все долго надо. А почему тут этот круглое вот это? Не он, но прям супер круглое. А, не он не круглый. А, сейчас я посмотрю от специального. А, он почти круглый, но это видно так. Да, я понял. Не, перекрась как было. Заново загрузи и собери, это нормально. Я же не знаю, как его собирать, я не могу тебе помочь. Так, захожу к тебе в команду, прими. Сейчас я тебе буду помогать собирать машину. Принимай меня в команду, принимай. Так, больше никого не пускай в команду. Сейчас я к тебе прибегу и буду помогать. Так, прими. Так, получается, что надо делать? Нажать на две кнопки. Все, ты на них нажал. Что теперь делать? Смотри, теперь вот эти вот, видишь, желтые блоки. Надо их коллизию убрать, потом челик, потом коллизию ставить и рулет, ну просто нажми. Так, что делать? Вот, желтые блоки, отключить коллизию? Да, и вот они. Там вруби коллизию. Включил. Нет, сначала вот так анчор убавишь. И... Рулеткой? Как? Ну, просто нажми. Так делать со всеми, да? А зачем это? Ну, чтобы весь механизм. Вообще, рулеткой масштабировать не надо, да? Просто так, типа. А там внизу еще два желтых блока. Рулетка обязательно. Ой, там что-то отвалилось у меня. Так, ну ладно. А, я в машине застрял. А что он так долго запускается? Ну, просто все это надо настроить. И... Так, что теперь? Ой, что такое? Ну ладно. Я желтыми блоками все сделал, то, что надо. Что это тут за блоки бегают? Палочка бегает. Типа, кто это? Кустик ходячий тут даже. Я просто забыл изоляцию вбить. Готово? Да, только надо крыть бы не было. Это еще что такое? Мини-машинка? Где нашел? Ну, это там, я хотел подвеску сделать, но не получилось. Машинка перестала ехать вообще, да? Ну, да, там у меня то колеса... Ну, так бывает, когда неправильно делаешь. Сделано. Так, все? Сейчас, и теперь... Ну, короче, ладно, без колес поедем. Да что такое, блин? Твоя машина, ты ее собрать не можешь даже. Сейчас, разночарю. А, давай, без одного колеса пойдемся. Да блин, что ты за машину сделал? Поехали, и ладно, пофиг. Ладно, сам на такой машине не катайся. Она очень лагает. Но она вообще у тебя что-то разболилась. Должна ехать на колесах кастомных. Должно тут все открываться. Но почему-то... Ехали. Едь давай куда-нибудь. Ой, у меня одна это... у меня задняя фара одна. Тебя надо прибуксировать. Ну, машинка не очень получилась собрать. Ну, именно по работе, да. Ну, давай тогда смотреть следующую постройку. Давай. Ну, машинка сама красивая была. Вот, тут видно. Следующая у нас, пиццерия, это тоже. Заложение. Какая пицца? Пиццерия. Это большая пицца. Ладно. Так, вот пиццерия. Типа ФНАФ? Это, да, ФНАФ. Из третьей части. Ой, а я не знаю. Так... Мне четвертую часть показывали, третью нет. Вот, так. Куда идти? Там камеры еще. Где начало? Как в это играть? Так, тут можно нажать на кнопку. Ну, сядь в... А, я понял. Что я могу делать? В этой версии там... Ну, пошли побегаем, посмотрим. Там камера. Так, тут получается этот... Что-то... Здесь кетчуп. Кетчуп? Я кетчуп всегда подразумеваю под словом кровь. Ну, просто кетчуп. Так что говори, лучше помидоры разбили. Я тут хожу, ищу, куда бы мне залезть. Я думаю, тут если синюю конфету съесть, можно в дырки под эти маленькие пойти? По вентиляции. О, да, можно. По вентиляции можно и большим здесь.
Да? Вот я вышел из дырки номер один. Короче, ищу вентиляцию, захожу в нее и бегаю по ней. Зачем, не знаю. Я могу быть большим. Ну, вижу. Да, нас атакуют. А пусть атакуют, мы в пиццерии, у нас безопасность. Я бегаю. Я бегаю по этому, по бесконечным коридорам этого. Ой. А вот и... Ну, что-нибудь можно поделать или... Ну, здесь можно камеру... Как? Поставить. Вырубать? Ну, вот, зайди... Ну, не вырубать, а там... Вырубать! Вот так эпично тортик в лицо. Нет, вон. Все да. Камеры заставлю тортиками. Да и там, короче... Камеры смотри, меня не найдешь. Я все камеры блокирую. Твоя цель найти меня по камере. Блин, залепил. А, я тебя вижу. А, уже не видишь. Так, я вроде все залепил. Ты камеры в этом вентиляции. Сейчас пойду в вентиляцию. Хопа. Где? А, ты рядом. Смотри на эту камеру. Ой, у нас крыша. У нас крыша. Ой, заново загрузи, сейчас я буду этот. Ну, тем, кто будет... А ты будешь все тортиками залипать. А, я за... Я этот, под плитой. Открой мне. Как тебе? Ты можешь выйти? Сейчас сам расскажите. Все, иди. Сейчас я буду в камеры смотреть, подожди. Так, все, я смотрю на камеры. Тебе можно залипать. Все, я... Ай, шарнир, блин, в лицо. О, сзади тебя увидел. На. Назад, иди назад. На, давай. Вон, я на тебя вижу. Я тебя видел. Где ты видишь? Блин, ты все зашарнирил. О, ты, привет. Сейчас. Блин, у меня... Нет, подожди. Да, вижу. Вижу. Нет. Не вижу. Стоп. А я теперь вижу. Смотри. Подойди к той же камере. Какой? Который был. Нет, другой, другой. Чуть вперед иди. А. А, я врал. Эй. Борьба. Бесконечная шарнирная борьба. Да еще тебя удалю. Нет. Ладно, иди дальше. Мне нельзя удалять. У меня остались только вентиляции камеры. Давай, нет, у тебя пустые. А, да, я видел. Черт, нет. Иди вентиляцию. Залепляем. Видишь меня? Где? Стой, подожди. Переключай там раз. Включаю, два. Подожди. Ну, я так и делаю. Видишь? Нет. Забыл, сейчас я пешком пойду тебя шарниром залипать. Где нет. Ты? Где ты? Я тебе тортик хочу дать. Всё, я запер. Где ты? Ну, подумай, ты на меня. Вентиляция? Да, я в вентиляции. У тебя есть камера. Не закрывай. Я тебя сейчас сам лично тортиками. Камера большая. У меня тортики кончились. А получить тыкву. Ладно, давай лучше следующую постройку смотри. Тут ничего не осталось. Но игра с тортиками прикольная вроде бы. Я